Фитнес, как система оздоровления, становится неотъемлемой частью жизни каждого цивилизованного человека. Все хотят быть более здоровыми и как можно дольше оставаться таковыми. Большинство горожан, ведущих малоподвижный образ жизни, стремятся к энергичному, динамическому растрачиванию калорий. Охотно занимаются различными видами аэробной деятельности, бодибилдингом. Но существует часть людей, по разным причинам не склонных к столь энергичным телодвижениям, желающих оздоравливаться спокойно, размеренно, вдумчиво. Для них мы подготовили эту видеопрограмму «Йога-терапия». В ней с помощью дыхания, йоговских поз, техники расслабления мы покажем, как можно улучшать гибкость, чувство равновесия, увеличить силу и выносливость. Кристина демонстрирует позы для новичков, для пожилых людей, используя вспомогательные средства – плед, скакалку, деревянный брусок. Света демонстрирует более активные позы. Встаньте прямо, носки и пятки вместе. Распластайте подошвы и пальцы по полу. Подтяните живот, выпрямите грудь. Руки свободно опущены вдоль тела. Подтяните талию вверх, вытягивайте позвоночник и ноги. Подберите колени. Дышите ровно и спокойно. Вес распределяется на всю пятку и переднюю часть стопы. Внешний край стопы прижат к полу. Стопа не заваливается внутрь или наружу. Все пальцы должны быть вытянуты. Верхняя часть стопы остается расслабленной. Мы продолжаем удерживать позу. Для более активного варианта вытягиваем верхнюю часть корпуса, поднимая руки вверх. Держим локти прямо, пальцы вместе. Правильное вытягивание вверх резко изменяет внешний облик. Распрямляется грудь, расслабляются плечи, повышается настроение. Поза горы вызывает к бодрости и активности, к рассудительности и точности. Вертикальное положение – начало и завершение всех стоячих поз. Примите позу горы. Поднимайте, сгибая в колени, левую ногу. Взявшись за голеностоп, прижмите стопу к бедру, пятка к промежности. Колено отвести в сторону назад, на линию бедер. Стабилизируйте положение. Кристина соединяет ладони перед грудью в положении мольбы. Локти чуть приподняты. Плечи расслаблены, грудь не опускать, дыхание равномерное. С
Света делает то же, удерживая равновесие, но ее поза более активна. Она вытягивает руки вверх ладонями друг к другу. Корпус подтянут. Учитесь удерживать равновесие на твердой основе посредством вытягивания боковых сторон туловища вверх. Помогайте себе удерживать равновесие, пристально глядя вперед и ровно дыша. Опуская ногу, выполните эту же позу с другой ноги. Захватывая голеностоп рукой, укладывая пятку в промежность, стопа касается бедра. Высокая диафрагма. Мы устанавливаем равновесие. Подчеркиваем его удлинением вверх. Почувствуйте талию, потянитесь ею вверх. Потянитесь вверх позвоночником. Наряду с развитием чувства равновесия и самообладания позы на одной ноге укрепляют опорную ногу и стопу, улучшают подвижность тазобедренных суставов. Но выполняя в первый раз, лучше встать к стене. Может понадобиться опора. Из позы горы на вдохе, прыжком широко расставьте ноги и вытяните руки в стороны. Если у вас больны колени или спина, расставьте ноги без прыжка. Установив параллельные стопы под запястьями вытянутых в стороны рук. Руки параллельны полу на уровне опущенных плеч. Позвоночник вытянут вверх. Поверните правую стопу слегка внутрь. Левую до предела наружу. Ноги напряжены, грудь развернута. Вдохи. Выполняем наклон корпуса влево. Упритесь левой ладонью в пол перед стопой. Правая рука вытянута вверх.
ладонью вперед. Повернув голову, сосредоточьтесь на кисти верхней руки. Снижая нагрузку, опустите кисть за стопой с упором в деревянный брусок. Сохраняйте положение, опустив правую руку на бедро сбоку. Ноги прямые, колени подтянуты. Сохраняйте позу, дыша ровно. На вдохе выпрямитесь, поверните лицо прямо, опустите руки, повторите, меняя сторону наклона. Поза тонизирует и растягивает мышцы ног, обеспечивает подвижность бедер, разучиваемая одной из первых, поможет добиться контроля над телом и понять принципы здорового движения. Если чувствуется боль в спине, прекратите выполнение. Для начала делать лучше у стены. Лежа лицом вниз, стопы на ширине таза, пальцы в упоре в пол. Кисти в упоре в пол с двух сторон от груди, пальцы вытянуты и разведены. Выпрямляя руки, встаем на колени. Поднимая таз и выпрямляя ноги, опускаем пятки к полу. Конечности напряжены. Корпус тянем вверх. Лопатки соединяем. Расслабив шею, дышим ровно. В активной позе пятки плотно стоят на полу. Либо мы стремимся приблизить их к полу. Установив стопу на полу, растянув каждую подошву, мысленно двигайте ноги назад. Поза устраняет скованность нижней части ног. Объединяется со стоячими позами, имеет с ними много общего. Если ваши пятки не касаются пола, это скоро произойдет.
но нам необходимо удерживать положение, стремясь к полу пятками. Возвращаемся в исходное положение лежа. Несколько секунд отдыха. И вновь сосредотачиваясь, мы приподнимем таз, упремся носками в пол, выпрямим ноги, голова опущена, мы выстилаем стопы по полу. Заканчивая, возвращаемся в исходное положение. Отдыхаем. Из позы горы широко расставим ноги с прыжком или без него. Разведем руки в стороны до уровня плеч. Повернем правую стопу слегка внутрь, левую стопу и ногу полностью влево, держа корпус прямо, стопы на одной линии. На выдохе сместите таз, согнув в колене левую ногу под прямым углом. Голень и корпус вертикальны. Колено прямой ноги повернуто вперед. Корпус подтянут. Концентрация на талии. Не отклоняйтесь вперед или назад. Руки удлиняйте параллельно полу по одной линии. Голову поверните влево, плечи не сутульте. Это раскрытая поза, и шея должна быть расслаблена. Дыхание произвольное. На вдохе подняться и повернуться прямо. Перед выполнением позы в другую сторону опустите руки, дайте им отдохнуть при необходимости. Поворот стоп. Руки параллельно полу, мы смещаемся к правой. Мы удерживаем руки напряженно, вытянутыми, удлиняем их. Шея расслаблена. После поворота стоп не нарушайте положение верхней части тела и равновесие рук. Поднимаясь на вдохе, поворачиваемся прямо, возвращаемся в позу горы.
повторяем последовательно в каждую сторону. Меняя положение, продолжаем с поворотом вправо. Поза воина представляет собой энергичную, мощную позу, укрепляет ноги и спину, развивает стойкость и выносливость. Из позы горы поставьте ноги на ширину таза. Опора на высоте ваших бедер. Встаньте к ней лицом, ступни параллельны. Положив руки на перекладину, выполните наклон вперед, удерживая ноги прямыми. Кисти и пальцы вытянуты, колени подтянуты. Лицо вниз. Стопы на ширине таза. Возьмитесь за локти. На вдохе поднимите их над головой, растягивая боковые стороны корпуса. На выдохе наклоните корпус вниз, удерживая ноги прямыми. Расслабьте ступни, но подтяните колени. Дышите свободно. Расслабьте шею. Опираясь на опору, сохраняйте позвоночник растянутым. Спина не провисает и не горбится. Лежащие на опоре кисти и пальцы вытянуты. Продолжаем удлинять позвоночник. Ноги остаются напряженными, колени подтянутыми. Стопы плотно упираются в пол, пальцы выпрямлены. Заканчивая упором в бедра, мы возвращаем спину в исходное положение. И повторяем позу.
Эта поза означает обдуманное и интенсивное растяжение. Заканчивая, возвращаемся из наклона в вертикальное положение. Исходное положение, стоя высоко на коленях. Готовясь к полному варианту позы, из исходного положения, разводя стопы, уложите плед между ними. Опускаемся на плед тазом плотно, стопы, пальцы прижаты к полу. Сидите прямо, не отклоняйтесь ни вправо, ни влево, ни вперед, ни назад. Кистями касайтесь пола, у света стопы на ширине таза. Опустите таз между пяток, касаясь им пола. Сомкните пальцы в замок, развернув большие пальцы к себе так, чтобы ладони были обращены наружу. Полностью выпрямите руки и вытяните их вверх, не выпячивая вперед нижних ребер. Опустите руки и вновь соедините пальцы в замок в зеркальном отражении от предыдущего. Снова вытяните руки вверх. Ягодицы плотно прижимаются к полу, носки обращены строго назад, подъем стопы на полу. Все ее пальцы соприкасаются с полом. Мы удлиняем позвоночник, тянемся вслед за руками. Опуская руки, поднимаясь, возвращаемся в исходное положение высоко на коленях. Садимся, вытянув ноги и удлинив позвоночник. В подготовительной позе на выдохе
Выполним наклон вперед, накидывая скакалку на среднюю часть стопы. Поднять грудь и голову, руки прямые, расправить спину. Выполняя полную позу, наклоняемся вперед, фиксируя голеностоп. На следующем выдохе опускаем туловище к ногам, укладывая голову на колени и смыкая кисти за ступнями. Растягиваем переднюю часть туловища, бока и спину. Подколенные сухожилия прижмите к полу. Оставаясь в позе, дышите ровно, расслабьте спину. В неполной позе сохраняется тенденция наклона вперед. Поднимая голову, вдохните и поднимитесь, отпуская ступни. Отдыхая, позвоночник оставляем ровным, подтянутым. Затем не спеша повторяем позу. Это одна из самых важных поз йоги. Хорошо растягивает спину, успокаивает сознание. На вдохе возвращаемся в положение сидя. Эта поза служит для отдыха и расслабления после других упражнений. Сидя, опуститесь назад в упор на локти. Осмотрите свое тело, ровно ли вы лежите. Вытягивая талию, лягте на спину и опустите голову на пол, не закидывая слишком подбородка вверх. Вытяните руки вдоль туловища. Разведите их чуть в стороны, ладонями вверх. Плечи касаются пола, не приближаясь к ушам. Ступни разведите в стороны. Закройте глаза. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Затем дайте дыханию успокоиться, стать медленным, тихим, ровным. Начиная со ступней,
расслабляйте все мышцы, поочередно останавливаясь на ступнях, голенях, бедрах, животе, руках, шее, голове. Сознательно полностью расслабляйте их. Тело должно быть расслаблено до такой степени, чтобы мы его не ощущали. При расслаблении всех мышц мы не думаем ни о чем, то есть не связываем себя ни с чем, не задерживаем свои мысли, но даем им возможность свободно течь, пока их течение не замедлится и наш мозг опустеет. Лежа в полной расслабленности, ждем, когда наши мысли иссякнут. Утратив себя таким образом, мы отдыхаем. Последняя мысль перед расслаблением и первая мысль после нашего оживления должна быть о том, что мы полностью отдыхаем, лежа без малейшего напряжения, и что самая последняя мышца нашего тела расслаблена. Обращаем внимание на сердце и испытываем глубочайший покой и отдых, приносящий нам новые силы. Заканчивая, не вставайте резко. Откройте глаза, не глядя по сторонам. Пошевелите кончиками пальцев, возвращая себя. Переместитесь незначительно сбоку на бок. Согните ноги в коленях. Уложите колени в любую сторону. Туда же опустите кисти в упоре. Выпрямите руки. Сядьте. Согласитесь, это мало с чем сравнимое удовольствие.